почему религиозные не посылают детей в армию? У них что, кровь краснее? Я всегда говорю тем людям, которые со мной на этот вопрос обсуждают. Если человек боится идти в армию, то он должен идти в армию. Но почему не религиозные люди идут в армию, а религиозные люди, мы говорим, что не идут в армию? Есть много разных критериев, много разных причин, но основная, нам нужен определенный статус, или не статус, а количество Торы, изучаемое в еврейском народе, для того, чтобы побеждать наших врагов. Мы побеждаем в войнах не силой своего оружия, скажем так, не только силой своего оружия. Мы побеждаем в войнах силой помощи Всевышнего, который нам дает. И это показывают все войны и древнего Израиля, и современного. Всевышний помогает Израилю. Но для этого у нас должен быть духовный потенциал, должна быть духовная сила. И эта духовная сила – это изучение Торы. Религиозные люди утверждают, те, кто изучают Тору и остаются в ешивах, они не меньше влияют на победу Израиля в войнах над его врагами, чем те, кто идут на войну с оружием в руках. Мы только должны оставаться единым целым и понимать, что наша армия состоит из этих двух блоков. Блок духовный и блок физический.